Соратники, братья, сейчас я обращаюсь в первую очередь к вам. К тем, кто остался живых из тех 154, которые год назад шли на штурм. Ко всем, кто пришел и стал нам братом навсегда. Год назад мы заходили в этот город с совсем другой техникой, которую никак не назовешь на тот момент броне. И совершенным незнанием, кто из нас погибнет, а кто выживет. Но с абсолютной уверенностью в плече товарища, в том, что никто не повернется спиной, никто не побежит и выполнит перед своим братством долг до конца. В тот день я обещал вам всего-навсего простую вещь, что к вечеру наши враги будут лежать под нами, а мы стоять над ними. Или умрете славной смертью. И мы сделали то, что я обещал. И враги были под нами, а мы стояли под ними, над ними. И это была наша первая победа. Полк Азов – это полк победы. Потом шли Марьинка, Старобешево, Новый Свет, Новоазовск и так далее и тому подобное. Павлополь, Широкино. Везде, где был полк, была победа. Мы начали с Мариуполя. И мы поклялись не остановиться, покуда не освободим всю украинскую землю. Помните об этом, братья. Городу же я хочу сказать только одно. Он может быть спокоен, и он будет украинским, покуда жив хотя бы один азовец. Слава Украине! Слава нации!